Электросетевой комплекс Одинцовского района по объему оборудования один из самых больших на западе Подмосковья. Он состоит из высоковольтного оборудования. Это подстанции и линии электропередачи. Все основные сети закольцованы, а значит, имеют резервные источники питания. Существуют также распределительные сети, по которым запитано население и малые предприятия. На сегодняшний день западные электрические сети смонтировали почти 300 автоматических пунктов секционирования. Из этого числа 32 таких аппарата установлено на территории Одинцовского района Московской области. До конца года планируется доустановить еще 16 таких аппаратов. Автоматизация распределительной сети 6-10 кВт нам позволяет значительно увеличить надежность электроснабжения наших потребителей, также снизить эксплуатационные расходы компании на поиск поврежденного участка линии электропередач. При возникновении аварийной ситуации на компьютере диспетчера района в реальном времени отображается информация об участке линии, на котором возникло технологическое нарушение. После анализа диспетчер может дистанционно проводить оперативные переключения на резервные источники энергосбережения, не направляя специальную бригаду. Отсюда же происходит координация работ бригад энергетиков МАЭСК. Плановые работы по замене устаревшего оборудования в сетях проводятся ежедневно и ежегодно. Таким образом, МАЭСК прощается с устаревшими технологиями. В нашем районе полным ходом идет целевая программа по замене голых алюминиевых проводов на современные самонесущие изолированные. По словам специалистов, на 100% выполнены эти работы на линиях, проходящих по лесному фонду. Замена голого провода позволяет исключить такие нехорошие моменты, как замыкание межфазные, замыкание на землю однофазные, схлесты, перегорание провода. Тем самым мы поднимаем надежность электроснабжения потребителей. Применение СИП, самонесущего изолированного провода, также позволяет сократить количество аварийных отключений. Новые провода выдержат и снег, и дождь, и даже упавшее дерево. По нему скатывается вода, а при сильных порывах ветра он более прочный к возможным обрывам. Работа у энергетиков непростая, разноплановая. Бригада – это, как правило, от 4 до 7 человек. Андрея привел на работу отец, который много лет посвятил этому делу. Сам он до недавнего времени являлся офисным работником, но гены взяли свое. Привел меня на работу, скажем так, мой отец, который отработал 35 лет на Куминском участке. До этого работала еще бабушка. Так вот попал. Мы привыкли работать в любых погодных условиях, при аварийных ситуациях, после стихийных бедствий восстанавливать. Поэтому, не знаю, сложностей для нас не существует. Мы любим свою работу. Летняя пора в самом разгаре, а значит, что большой процент ремонтов энергетики МАЭСК должны завершить уже к началу осенне-зимнего периода. Комплекс работ направлен на долгосрочную перспективу.